Так, распороли, значит, полностью куртку. Я ее разложила. А теперь нужно нарисовать выкройку, ну, уже на самой ткани по размерам барабана. Здесь я их написала. Так, я разметила. Теперь вырезаем с небольшим запасом, ну, где-то в сантиметр, наверное. Вот. На переднюю часть рюкзака мы пришиваем обратно карманы, которые были сбоку куртки, один над другим. Сейчас не видно. Сейчас прошиваем швы с верхней части и подкладки отдельно. Я сшила швы. Сейчас это выглядит практически так же, как и выглядело до этого. И еще дно. Дно можно, ну, надо сделать из какой-то непромокаемой ткани, износостойкой. Взяла искусственную кожу от сумки. Вот, обрисовала дно. Сейчас вырежу запасом шва, и уже будет напришиваться наши изделия. Обведем барабан, верхнюю часть. Это рукав от куртки. После вырезать надо будет. Из второго рукава я сделаю ручки для рюкзака. Лямки, ну, вроде такого что-то. Они также будут с подкладкой, и когда вдвое сложится, несколько швов еще можно сделать, чтобы они были более плотные. Можно сделать какую-то вставку.